В России растет недовольство политикой Путина. Об этом свидетельствует опрос, проведенный российским журналистом Сашей Сотником. В итоге что мы имеем? Мы имеем Крым, который ни им не нужен. Ну и по сути, как бы нам он тоже не нужен, потому что мы как? Мы за мир, мы за то, чтобы все это оставалось, в общем-то, в рамках того, что должно быть. Работа правительства и президента, она, мне кажется, вот тоже какая-то неадекватная. Экономическая ситуация, социально-политическая и прочее. Я не думаю, что эта власть имеет перспективу. Я ей не доверяю президенту, он не является гарантом Конституции. Он политику, которую вот вершит, всякие вот эти международные и прочее, акценты переставлены в ту сторону, вместо того, чтобы заниматься внутренней, чтобы это правительство бегало с утра до ночи, чтобы решали чиновники свои вопросы на местах, чтобы губернаторы занимались делом. Вот чем надо заняться.